Бабье лето окончательно покинуло Верхневолжье. Вопрос готовности муниципалитетов к отопительному сезону сейчас больше всего беспокоит жителей региона. Как показал опрос, проведенный нами на улицах областного центра, тверичан приближение морозов особо не беспокоит. Готов город к отопительному сезону, на ваш взгляд? Да, готов. Ну, уже все тепло везде вроде. У вас дома тепло? Да, тепло. Батарея греет настолько, что нам приходится их чем-то прикрывать, чтобы не было так жарко. У меня вообще-то отопление есть. У меня тепло, хорошо. У нас очень тепло в школе, просто замечательно. Давно уже батарея работает. Мы считаем, что готов. Я думаю, что да. У вас дома тепло? Очень жарко. Наверное, готов. У вас дома тепло? Тепло. Тепло в домах. На работе тепло. На улицах вы видите много разрытий? Ну, есть, конечно, разрытия.